Так, девочки, видео называется «Тяга к жизни». Смотрите, откуда растет помидор. Вот эта семечка чудом попала под эту колонну. Вот вырос помидор вот такой. Вот. Громадный. Его никто не поливает, не удобряет. Никто его не поливает и не удобряет. Ну как там ты удобришь? Вот такие помидоры. А вот это очень вкусно. А это от него крупняк. Деточка. А покажи деточку. Захочешь, не вырастешь. Захочешь, не вырастешь. А с другой вот стороны, он. Посмотри, деточка тоже. Август, а сейчас сниму. Вот она. Угу. И вот еще тоже. Вот такая красотища. И посмотри, сколько помидоров много. Ну да. Это я уже ем каждый день, срываю. Само выросло вот это тоже, угу. Чирка. Ветки какие крупные. Это называется, что Бог послал. Шикарнейший. Садили помидоры, удобряли все это. Получилась ерунда. Это само выросло. Красотень какая. Я говорю, вместо роз можно. Зачем тебе розы? Вот это вот сеянцами посадил черри. И красота такая во дворе. Очень вкусно. Класс. Класс. Оль, покажи на камеру, какие ты заказала себе в Алиэкспресс. О, утеплилась. Тапки с гномами. Сучки. Угу. Мягусенькие, теплюсенькие. И по приемлемой цене. Все, 27 октября. Вот такая у нас роза. Цветет еще. Класс. Яблоко. Ляж треснула. Вот эту гераньку надо будет тоже занести в тепло.